Так вот хочу представить на ваш суд сорт флокса, который я привезла с ботанического сада Санкт-Петербургской лесотехнической академии. И там нам сказали, дали по росточку маленькому, слава богу, прижился он у меня, флокс, сорт Гиляй. Якобы это сорт самого Заливского ипполита. И он очень старый, и они его сохранили. Сорт. Вообще это дымчатый флокс. Вот видите, такая дымка. Он такой пурпурно-фиолетовый он, с серебристой дымкой. Он высокий довольно-таки, просто я его вот пересадила с не очень хорошего места сюда, на более такую свежую грядку. И вот он выдал одну такую коническую веточку, чисто пирамидальную. Но флокс ветвистый. Видите, вот внизу много веточек еще. Вот сортов Гиляй много, и споры о нем идут. Чей Гиляй, кто Гиляй, как Гиляй. Вот в лесотехнической академии нам сказали, что это сорт Гиляй, флокс, и автор ипполит Заливский. Насколько это верно, я не знаю. Просто представляю вам вот этот чудесный флокс, который мы привезли оттуда, из лесотехнической академии Санкт-Петербургской. Гиляй ипполита Заливского.